Министерство обороны Армении обнародовало данные о собственных потерях в ходе вчерашних боестолкновений на границе с Азербайджаном. Согласно сообщению, по состоянию на утро 17 ноября, точно известно об одном погибшем военном, еще 13 были задержаны, судьба 24 неизвестна. С целью найти военнослужащих ведутся интенсивные работы. Также отмечается, что под контролем Азербайджана оказались два боевых поста.